2 копейки 1765 года. На реверсе монеты изображение святого Георгия Победоносца верхом на коне, копьем поражающего змеевидного дракона. Под изображением коня буквы «М» под передними ногами и «М» под задними ногами. Дословно московская монета. Внизу полукругом вдоль канта лента с надписью «2 копейки». На аверсе монеты под большой имперской короной вензель императрицы Екатерины II, составленный из стилизованных латинских больших букв «И» императрица и «Е» Екатерина. В центре вензеля римская цифра 2. Вензель разделяет надвое год чеканки 1765. Слева лавровая ветвь, справа пальмовая. Ветви в нижней части перевязаны на узел бантом в единый венок. Гурт сетчатый. Монета чеканилась из меди. Типы таких монет производились в 1763-1779 годах, 1787-1791 годах и в 1793-1796 годах. Монета отчеканена на Московском монетном дворе. Вес 20,48 грамма. Диаметр 31 миллиметр. Толщина 2,8 миллиметра. Средняя цена 1500 рублей. Конкретно эта монета куплена за 400 рублей.